Thank you.
Воспитанники, зачитатели, вечные знания.
Слово Божие.
Чтение послания святого апостола Павла Колоссянам. Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы, господствовали, начальствовали, властвовали, и все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Он начал, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодное было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него, кровью Христа Его, и земное, и небесное, Слово Божие. И посадил его на своего посла, привез
Un skatās, un kas dāvs šeņiem mīlus? Tad gaisa skatāja mūtu, ir tik paštu vāju tāši. Slobodas смерть. А там, где смерть, там не может быть Бога.
проведя такой силлогизм, религиозность того времени дошла до того заключения, что нужно бы избегать таких людей, чтобы не осквернить. Мы видим, что у этих двух людей были свои мотивации, почему они пошли. И, может быть, в этом месте, в традиции, мы можем задать себе вопрос. Кем являются те люди, мимо которых я прохожу? И какими мотивациями или какими аргументами я пытаюсь оправдать то, что я не подхожу к какому-то человеку? Третий персонаж притчи – это самарянин. В повседневной жизни мы знаем, что самаряне не любили, а может быть даже ненавидели людей, так же, как и людей самарян. Однако в этой притче самарянин смотрит не через какие-то социальные категории, а видит прежде всего в этом побитом человеке человека, свое достоинство. Видя человека, оказавшегося в нужде. В притче мы слышали много глаголов, которые описывают действия самарянина. Он увидел, он сжарился, он подошел, перевязал рану, а мы умеем раны побитого. Сегодня Иисус, говоря о заповеди любви, ставит самарянина нам в пример. Это человек, открытый на происходящее. Он умеет видеть, умеет замечать, что происходит вокруг. Его сердце умеет сострадать, он умеет сочувствовать. Вне зависимости от социальной принадлежности и религиозных убеждений того человека, который попадается на дорогу. Валяющимся на дороге, изувеченным, полужгом и удивлением, он видит прежде всего человека. Самарянин предпринимает также очень конкретные действия, чтобы помочь ему, чтобы спасти ему жизнь. Обращаясь к законнику, Иисус переворачивает его вопрос и спрашивает: кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойнику? Иисус переворачивает существующую логику. Он разрушает идею категории ближнего, как она понималась в казуистике того времени. Не обязательно знать, кто мой ближний в соответствии с религией, обычаями, кровными узами или обычаями в различных культурных или социальных контекстах. Решающий вопрос здесь – чьим ближним я хочу стать? Чьим ближним я сам себя делаю? Может быть, сегодня попросим у Господа благодати, чтобы дал нам сердце такого милосердного самарянина, который умеет видеть, который внимателен к тому, что происходит вокруг, чтобы дал нам сердце, которое мне нравится, вне зависимости от того, кем есть тот человек, которого Бог ставит на моем пути. И, может быть, у нас может сложиться впечатление, что, опять, читаем Священное Писание, священник молодой стоит перед вами и говорит, что нужно делать. И мы, наверное, не раз натыкаемся на то, что откуда брать источник, откуда брать силы, чтобы любить того человека, который становится на моем пути, такой, как он есть. И труднее всего любить этих изувеченных, которые сами рядом на моем пути. И нам может показаться, что это притча о нас, что мы должны искать побитых людей и помогать им. Однако эта притча не столько о нас, а первично это притча о Иисусе Христе и о нас. Это Иисус Христос увидел наше плачевное состояние. Это Иисус Христос имеет сердце, которое умеет жариться. Это Иисус Христос не только который помогает, а который отдает за каждого.
Именно Христос видит наше плачевное состояние и отдает за нас свою жизнь. И, может быть, пускай этот опыт будет для нас силой, дает нам энергию, дает нам энтузиазм. И пусть мы услышим эти слова после того, как ощутим действие Христа, услышим, что Христос говорит каждому из нас: иди, и ты делай это. Царственному священству, попросим всемогущего Бога о милосердии к ребенку, который сегодня принял благодать святого крещения, а также к их родителям, восприемникам и всем христианам. Вместе воззовем: услышь нас, Господи. Услышь нас, Господи. Отче, через святое крещение прими этого ребенка в общину своей Церкви. Отче, соделай, чтобы эти дети, чтобы этот ребенок, запечатленный знамением Святого Креста, всю свою жизнь смело исповедовал Христа. Отче, удостой принявших крещение стать общниками смерти и воскресения Христа, Сына Твоего. Отче, помоги этому ребенку, побуждаемым словом и примером своих родителей и восприемникам, возрастать в святой благодати. Отче, обнови во всех нас благодать святого крещения. Отче милосердный, мы просим также у Тебя благодать и здоровья для Анны. Молимся также за всю общину этого храма, чтобы Господь щедро благословлял вас, а также учил слушать и щедро отвечать на его призывы. В этой литургии хочу молиться за моих родителей Сильвию и Яниса, дабы Господь также вел, благословлял своим благословением. Теперь будет небольшое питание ко всем святым. Я, может быть, маленькую вставку сделаю. Когда меня предполагали, это было буквально 2 недели назад, там также произносилась молитва к святым. И я осознал очень интересную вещь, что церковь не просто те, которые мы собираемся здесь общиться. Церковь намного больше. Это все наши друзья в ней, которые также молятся вместе с нами. И также будем призывая святых молиться в намерении Доминика Эдди. Пресвятая Мария, Матерь Божия, молись за нас. Святой Иоанн Креститель, молись за нас. Святой Иосиф, молись за нас. Святые Петр и Павел, молись за нас. Святой Доминик, молись за нас. Святой Эрик, молись за нас. Святой Анжей Богова, молись за нас. Все святые Божии, молись за нас.
послал в мир своего единородного Сына, чтобы сокрушить власть сатаны, духа лукавого, избавить человека от тьмы и привести его к свету. Твоего Сына, смиренно молим Тебя, избавь Твоего Царства, смиренно молим Тебя, избавь этого ребенка от первородного греха и соделай его своим храмом и обителем Святого Духа через Христа Господа нашего. Аминь. Да укрепит Тебя сила Христа Спасителя, живущего и царствующего во веки веков. Аминь. Аминь. Всемогущему Богу, чтобы Он даровал этому ребенку новую жизнь от воды и Святого Духа. Боже, своей невидимой силой Ты творишь чудесные дела через знаки таинств. Ты многими образами в истории спасения подготовил водную стихию, чтобы через нее являлась благодать крещения. Боже, Твой Дух вначале носился над водами, чтобы уже тогда они вобрали в себя силу освящения. Боже, Ты показал образ возрождения водных потоков и явил в нем начаток таинства, чтобы водами положить конец пороку и начало добродетелям. Боже, Ты сподобил сынов Авраама перейти красной кровью сухими стопами, чтобы народ, избавившийся от рабства фараона, стал прообразом народа крещенного. Боже, Твой сын Бердай от Иоанна Крестителя был помазан Духом Святым и, взойдя на крест, истощил из раны кровь и дом. А по воскресенье заповедал ученикам своим: «Идите, научайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обрати взор свой на церковь свою, на те, кто кого Ты удостоил, крещаю на Бог. Да примет эта вода Духом Твоим Святым, благодатью народного Твоего Сына, чтобы человек, созданный по образу Твоему, таинство крещения, омылся от всякой скверны греха и удостоился нового рождения от воды и Святого Духа. Молим Тебя, Господи, да снизойдет на эти воды через Сына Твоего, сила Духа Святого, чтобы все, через крещение погребенные со Христом в смерть, с Ним же в жизнь воскресли, через Христа Господа нашего. Аминь. Всемогущий Отче, Ты даруешь в крещальных водах новую жизнь Твоим детям. Благословен Ты, Боже, ныне и во веки. Благословен Ты, Боже, ныне и во веки. Ты водой и Духом Святым соединяешь всех крещенных в единый народ в Иисусе Христе, Сыне Твоем. Благословен Ты, Боже, ныне и во веки. Любовью Духа Твоего, которого Ты изливаешь в наши сердца, Ты освобождаешь нас, чтобы мир Твой воцарился в наших душах. Благословен Ты, Боже, ныне и во веки. Ты призываешь крещенных радостью проповедовать во всех народах Евангелие Христово. Благословен Ты, Боже, ныне и во веки. Дорогие родители и восприемники, Бог любит вашего ребенка и дарит ему в таинстве крещения новую жизнь от воды и Святого Духа. Старайтесь воспитывать его в вере так, чтобы сохранить в нем божественную жизнь от тлена греха и создать условия для него постоянного развития. Поэтому, если вы, руководствуясь своей верой, готовы принять на себя эту обязанность, то, вспоминая собственное крещение, отрекитесь от греха и исповедуйте веру в Иисуса Христа, веру Церкви, в которой ваши дети, ваш ребенок примет сегодня крещение. Отрекаетесь ли вы от греха, чтобы жить в свободе детей Божьих? Отрекаюсь.
отрекаете себя от соблазна неправедной жизни, чтобы грех не господствовал над вами. Отрекаюсь. Отрекаете себя от сатаны, виновника и князя греха. Отрекаюсь. Веруете ли вы в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Верую. Веруете ли вы в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, рожденного Девой Марии, страдавшего и погребенного, воскресшего из мертвых и восседающего одесную Отца? Верую. Веруете ли вы в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную? Верую. Такова вера Церкви, такова наша вера, исповеданная, исповедание которой является нашей славой в Иисусе Христе, Господе нашем. Аминь. Желаете ли вы, чтобы Доминик Эрик принял крещение в христианской вере, которую мы только что вместе исповедовали? Желаю. Доминик Перри, я тебя крещу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отец. Бог всемогущий Отец и Господа нашего Иисуса Христа, возродивший тебя водой и Святым Духом и даровавший тебе отпущение всех грехов, сам дарует тебе помазание спасения, чтобы, сопричтенный ко святому его народу, ты пребывал в единении со Христом священником, пророком и царем ради жизни вечной. Аминь. Стал новым творением, обрекись во Христа, прими белую одежду, сохрани ее незапятнанной вплоть до суда Господа нашего Иисуса Христа, чтобы обрести жизнь вечную. Примите след Христов, дорогие родители и восприемники. Вам доверяется хранить этот свет, чтобы ваши дети, озаренные светом Христа, всегда поступали как сыны света и, сохранив твердость веры, вместе со всеми святыми могли встретить грядущего Господа в Царстве Небесном. Попросим Господа, чтобы Он помог этому дитя внимать его благое идее и исповедовать ее.
пусть даст ему возрастание, и как он возгласом «Эффапа» отверзну по нему уши и уста, так и ему да отверзет уши и уста, чтобы он внимал слово его и исповедовал веру во спасение людей и во славу Божию. Есть у нас новый крестьянин. Можем поаплодировать. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша.
ваша жертва была угодна Богу, Отцу Всемогущему. Да примет Господь тех грешников и будет твоей милостью. Во хвалу и славу имени Твоего. Ради Бога нашего и среди всех твоих родителей. Призови, Господи, дары взывающие к себе церкви и сводящие их духовной пищей, верующих в Тебя, чтобы они возрастали в святости через Господа нашего. Это есть тело мое, которое за вас будет.
Велика тайна веры. Не знаю, на чем я буду надеяться.
всеми вами. И с Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром. Thank you.
спасения через Христа Господа нашего. Like, yes.
сегодня и не у меня праздник, сегодня там праздник. Видите, чтобы ты в церкви не натворил, все равно тебя люблю. Gospodine Marije, mi je dao da nam uskoči
святой Пилат видел свой организм на выпуске от Пилата. Стас, он это удовольствие на его Да.